Анонс и точно дата выхода 31 серии турецкого сериала «Любовь, разум, месть». 31 серия сериала выйдет в эфир 4 февраля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Эсра очень удивилась, когда в офисе увидела своего очень давнего знакомого по имени Эфе. Она поинтересовалась, что он здесь делает. Озану очень не понравилось, когда этот человек стал обнимать его жену. Он поделился своими чувствами с Мсой. Озан решил вмешаться в их милую беседу и стал интересоваться, знакома ли Эсра с этим парнем. Эсра с улыбкой на лице ответила, что они вместе работали в Англии. Эфе также был рад видеть Эсру и сообщил Озану, что в те времена им приходилось проводить вместе с Эсрой очень много времени. Для него Эсра единственная такая, и он считает ее своей родной душой. Но когда Эфе обнял Эсру, то Озана еще больше это разозлило. Он перетянул ее на свою сторону и заявил, что Эсра действительно единственная такая, и она его законная жена. Эсра замечает, что Озан ведет себя как-то странно, и поняла, что он просто-напросто ревнует ее. Только Озан полностью это отрицает. Тогда Эсра сказала Озану, что он самый последний человек, который может влезть в ее жизнь. Несмотря на эти слова, Озан не собирается оставаться в стороне от происходящего. И если потребуется, то он так сильно залезет в личную жизнь Эсры, что она не сможет с этим ничего сделать. Напомним, 31 серия сериала выйдет в эфир 4 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.